Живой урок истории прямо в центре Тирасполя. Под асфальтом нашли старую брусчатку. Из такого кирпича раньше мостили дороги. Покровская, 25 октября. Здесь ремонт. Водоканал роет траншею. Будут прокладывать новые трубы. Старые в аварийном состоянии. Их установили еще в конце 50-х годов прошлого века. Абсолютно правильно было принято всеми решение о том, что эту улицу нужно реконструировать. Она в любую секунду может аварийно вскрыться. Вот, могут быть прорывы, поэтому слава богу, что мы заходим сейчас. Намного хуже было бы, если бы мы дотянулись до того, чтобы рвануло там октябрь-ноябрь месяц, и мы всю зиму были бы в аварийном состоянии. Ремонт разделили на несколько участков. Сейчас работы идут на одном из них, от Дома Советов до улицы Ленина. Полностью перекрывать центральную дорогу не будут. Частичное будет перекрытие, потому что большая часть сетей находится в зеленой зоне как раз. И частично будет по одной полосе идти перекрытие, где в этом будет необходимость. Поэтому движение общественного транспорта будет сохранено. Вот, по всему остальному транспорту, опять же, будем смотреть по ширине перекрытия. Если ширина перекрытия будет позволять, будем пускать легковой транспорт. Если нет, значит, частями. Поквартально будем ее перекрывать. Работы на Покровской 25 октября планируют завершить к лету.